Классические мелодии Австрии и романтизм Франции в исполнении одной из лучших флейтисток России. На сцене Тольяттинской филармонии выступит лауреат международных конкурсов Ирина Стачинская. Свою музыкальную карьеру она начала в 6 лет и сегодня путешествует по России и Европе с сольными концертами. 17 февраля зрители услышат произведения для флейты таких известных композиторов, как Сен-Санс, Бетховен и Моцарт. Аккомпанировать музыканту будет оркестр филармонии. Начало концерта 18:00. Конечно, это достаточно сложная история, играть соло, выходить и держать на себе сцену не 2 минуты, как в оркестре солисты, да, играют соло, а 2 часа, например, или как у нас шоу-концерт 2:30 как раз в этом туре. И есть, да, свои сложности, но я получаю большое удовольствие от прямого общения с публикой.